Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами будем делать упражнение 5-3-1-2. Для этого открываем учебник и скачиваем инструкцию, а также ПК-файлик. Вот наша инструкция, нажимаем кнопочку «Скачать» и сохраняем нужную нам папку. И также ПК-файлик. Скачиваем и сразу же открываем. У нас сегодня будет довольно-таки большое задание. Нам нужно будет настроить имя узла, баннер и так дальше, много всего. Так что, думаю, мы с вами сможем с этим справиться. Вот у нас есть user profile, вводим имя. Также email. И группу. Окей, подтверждаем. Вот у нас уже все открылось. И мы приступаем к выполнению. Открываем S1. Командная строка. Вводим команду enable. И смотрим сразу, что нам нужно сделать. Вот наше задание. Сделаем его немного шире. Ой, вот оно. Вот так. Открываем S1. Закрепляем наше задание. Все. Приступаем к выполнению. Первое, что нам нужно сделать, это имя хоста. Для этого conf-t. Далее вводим команду hostname. Имя хоста у нас S1. Далее вводим команду service password encryption. Далее нам нужно ввести команду enable secret и наш секретный пароль класс. Далее нам нужно настроить IP CCH version 2. Нам нужно для этого создать RTA keys. Для этого смотрим, что. Crypto. Key. Далее вводим generate. И слово RSA. Но для начала нам нужно определить имя домена. IP domain. Main name. Имя домена у нас cisco.com. Имя домена у нас настроено. Теперь мы можем спокойно настраивать CryptoKey. Размер у нас CryptoKey стандартный. 10.24. Готово. Далее нам нужно сделать IPCCH version 2 has been enabled. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно настроить интерфейс range fast ethernet 0.1/2 минус 2. Enter. Здесь вводим команду switchport mode access. Enter. Далее switchport. Что у нас осталось? Port security. Дальше port security maximum 2. Далее switchport port security MAC address. MAC address. И MAC address у нас sticky. Готово. Дальше что нам осталось? Exit. Interface range
Нам нужно fast internet 0.3-24, f0 slash 3 минус 24, а также g0 slash 1 до 2. Enter. Shutdown. Готово. Exit. Это мы настроили. Теперь интерфейс VLAN 1. IP-адрес. IP-адрес у нас 10.10.10.2. 255.255.255.0. No shutdown. Готово. Exit. Теперь настроим баннер. Banner mode. Открываем скобочку. Пишем warning. Закрываем скобочку. Готово. Что нам осталось? Нам осталось line console 0. Консоль 0. Password Cisco. Логин. Exit. Line VTI 0.15. Также логин. Local, transport, input, CCH и exit. У нас 90 баллов из 100. Теперь мы можем нажать кнопку «Check results» и посмотреть, что мы не настроили. Мы настроили только username, то есть мы не настроили пользователя. Закрываем, открываем S1 и пользователь. Чтобы настроить пользователя, вводим команду username, admin, далее secret, и по заданию нас просят CCNA. Готово. Мы настроили все необходимое. Думаю, у вас тоже все получилось. А на этом все. Всем пока.